Воспитанники спортивной школы «Виктория» взяли бронзу в командном чемпионате страны по прыжкам на батуте. Турнир проходил в Краснодаре. Одновременно здесь шли еще одни рейтинговые соревнования «Надежды России». По итогам состязаний формируются национальные сборные для участия в первенстве мира, которое пройдет в Японии в ноябре. Сегодня на место в сборной претендуют 8 староскольских батутистов. Соревнования в Краснодаре собрали более 400 сильнейших батутистов из 35 регионов страны. В составе мужской сборной Белгородской области 4 староскольца – Михаил Юрьев, Богдан Косухин, Денис Козлов и Вадим Зейналов. В условиях жесткой конкуренции ребята стали бронзовыми призерами командного чемпионата России. Тяжело сражаться, потому как у нас основной контингент, ребята – это школьники. Заканчивая школу, они, часть из них разъезжается, поэтому для нас, провинциального такого вот региона, очень сложно собрать команду по чемпионату. Конечно, для нас победа. Школьниками войти в тройку сильнейших России среди мужчин – это для нас, я сказал, победа. Михаил Юрьев вновь в строю после серьезной травмы. Спортсмен в великолепной форме. Михаил выполнил сложнейшую комбинацию на двойном мини-трампе. 2 элемента и 5,5 оборотов. В финале я выложил все свои силы, постарался прыгнуть за команду и получил самый большой результат среди наших прыгунов. Каждый соперник на этих соревнованиях был достоин, все сильные конкуренты. Также копилку спортивных достижений староскольских батутистов пополнили 2 золота, серебро и бронза. Среди юношей в возрасте 15-16 лет отличился Вадим Алисов – 2-е место и Кирилл Шматов – 3-е. Среди девочек 13-14 лет блестящий результат у Елизаветы Артамоновой. Староскольская батутистка – лидер российского рейтинга. Выступила я, в принципе, хорошо. Я заняла 1-е место, но могло бы и лучше, потому что я ожидала то, что получше выступлю. Комбинации нестабильные еще были. То есть я только, можно сказать, научилась их, и из-за этого я немного по технике не очень красиво сделала. А так, в принципе, хорошо. На двойном мини-трампе среди молодежи по-прежнему нет равных Александре Бонарцевой. В этом году на мире я попала уже. На двойном мини-трампе я набрала квалификацию, я иду первая в рейтинге. А на батуте там все посложнее. Я иду, наверное, вторая уже. Поэтому еще будет отбор в Хабаровске, и там попробуем выбить батут. Сегодня на место в национальной сборной претендуют 8 староскольских батутистов. Окончательный состав команды для участия в мировом первенстве озвучат после российских стартов в октябре. Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Ирина Чуликова, 9 канал.